Добрый день всем. Благодарна всем, кто смотрит мой канал. Сегодня, знаете, вот делаю такой салатик. Это помидорчики, которые дозревали у нас. Наши летние помидорчики, которые мы собрали зелеными, бурыми. Вот они дозрели. Еще перец собрали в конце октября. Вот он так сохранился в холодильнике у меня. Добавим лучок. Сюда делаю салат. И, знаете, вспомнила, что одно видео я ноябрьское не выгрузила. Сейчас я его здесь прикреплю. А вот, ну, захотелось мне поделиться вот этим, как бы, салатиком, который готовлю. Тоже все продукты с нашего участка. Очень ароматные. Все это пахнет замечательно. Уже несколько раз мы делали такие салатики. И пиццу из таких помидорчиков делали. Даже готовила я такую овощную рагу с картофелем. Добавляла тоже блендером. Просто взбивала созревшие помидорчики. Маслица добавили, посолим сейчас. И будет замечательный у нас салат. Ящичка 2 или 3 я собирала таких бурых помидор. И вот декабрь месяц, сегодня у нас 9 число. И я собрала, наверное, уже это последний, может быть, урожай, который был в ящике. Осталось совсем немного, там на дозревание, ну, совсем немного. Там больше, наверное, курочкам будет угощение. Вот угостимся еще кусочком лета сегодня. Такой салатик. И сейчас я прикреплю здесь видео, где еще ноябрьские наши какие-то там небольшие события. Помидоры, знаете, вот ящичек я открыла. И вот столько помидор сразу собрала. Я его накрываю полотенчиком и ставлю, ну, в теплое место, где-то недалеко от радиаторов. И они постепенно вот так созревали весь октябрь, ноябрь и вот уже декабрь. В декабре собрали еще. Вот то, что осталось, совсем немного. Ну, еще на один маленький салатик будет. Здесь остальное курочки угостятся у нас. Теперь ноябрьский ролик. Так, ноябрь, друзья. Смотрите, брокколи наши. Представьте, пытается еще завязывать здесь какие-то соцветия. Вот так. Это ноябрь, 13 число. И немного собрала баклажан. Ой, представьте, они, конечно, уже все. Вот они примерзли. Но баклажанчики еще тут есть. Вот такие дела в ноябре. Капуста пережила где-то до минус 3, наверное, на почве было. Потому что был иней очень серьезный. И капусточка все это пережила. Так что брокколи любят такую, наверное, погоду. Более прохладную, не такую жаркую, когда мы ее выращиваем летом. Смотрите, роза до сих пор тоже пытается здесь и бутоны даже формирует, и цветет. Роза невероятная, конечно. Вот я купила. Вот смотрите, до сих пор в бутонах и цветет. Да. Смотрите, все в бутончиках. Это уже другая розочка. Все в цвету, цветуликах. Хризантемки такие выросли у нас еще. Вот этот кустик я как-то неудачно здесь немножечко обработала. Он такой слабенький. Нужно его на следующий год немножечко как-то пощадить. Не удалять внизу много побегов. Вот еще розочка, представьте, цветет, надо же. Очень холодно сейчас. Ну как сейчас, 10 тепла, может быть, но ночью 3-2 градуса тепла. Розы еще стойко все это переносят. Так, нужно их, конечно, уже обрезать на днях.
укоротить стебли, чтобы они в зиму как бы ушли. Иногда даже, знаете, до декабря вот цветет все, если теплый стоит ноябрь. Но в основном в ноябре, конечно, понижается температура, и даже снег бывает у нас. Но бывают такие сезоны, что ноябрь теплый. Вот еще розы. Наверное, их нужно срезать уже и составить последний такой букетик этого года. Вот так, друзья, ноябрь наш. Кубанский ноябрь. Сейчас у соседей покажу, тут очень красивые цветы. Когда-то вот так сейчас клумба выглядит грустновато, но ничего, еще что-то на ней есть. А вот посмотрите, у соседей вот эти цветочки когда-то я дала соседке. У меня они как бы исчезли и не растут. А посмотрите, как у нее красиво. Красота, правда, какие-то оранжево-желтые. Вот так. Тоже такой украшенный участочек. Смотрите, как миленько все. Так, закрыла я свой инжир покрышками старыми. Упаковала их в мешочки такие. Два здесь мешка. И внизу еще там я утеплила тоже таким же мешочком. Укутала все. И вот таким образом будем наш инжир зимой сохранять, пытаться. В прошлом году удалось. Ну, вот такая поздняя осень. Последние листья облетают с нашей черешенки. У Наби тоже наше все осыпалось фактически. Очень люблю такой листопад. И люблю собирать листья. Знаете, обожаю. Вот так осыпалась наша Унаби. В основном уже все здесь. Надо собрать обязательно. Вот такая картина осенняя наша. Теплица еще вот вовсю цветет базилик. Смотрите, пришла здесь все убрать окончательно. Обработать как бы эту тепличку. А здесь вовсю цветет базилик. Специально его долго не убирала, потому что здесь все время были пчелки. Все время здесь как не приду, а они жужжат. И я им оставила, чтобы они тут собрали как можно больше нектара. Смотрите, какой зеленый базилик замечательный. Ну, сейчас все это будем убирать. Вся теплица у меня в цвету. Вот так, друзья. Ну вот и все. Сезон еще один окончен. Всем до свидания.